Сегодня мы посетили кладбище, где был захоронен святитель Лука. Это Симферопольское кладбище номер один, буквально в 10 метрах от храма всех святых похоронен святитель Лука. Сейчас я вам покажу. Сам въезд на кладбище, и вот по этой дорожке, прямо буквально метров 300, находится храм всех святых и могилка святителя Луки. Уникальность в том, что он никогда за свою историю не закрывался. Нашему храму 157 лет. Народная тропа не заросла благодаря, в том числе, святителю Луке Крымскому, который был на нашем некрополе захоронен. В этом году мы празднуем 25-летие со дня обретения его мощей и, соответственно, прославления. Первые чудеса вот именно здесь совершались. Люди приходили на пустую могилочку, мазали святым маслом от лампадки, и многие недужные получали исцеление. И вот народная тропа до сих пор не зарастает, потому что люди приходят, просят святителя и у мощей, и здесь у могилочки также получают исцеление. Теплый период года, уже вот этот период настал, мы каждое воскресенье по окончании божественной литургии служим здесь святый молебен. Вот все прихожане выходят, вот, и вымаливаем всех недужных. Прям здесь на могилочке. Поэтому свидетели нас слышат. Ну, так вот. Или мы раскрываем, служим молебен, и эти записки уже читаем. А записочки куда вы? Вот сюда, да. Вот пишут сюда, там вот какие-то свои вопросы, просят святителя Луки. А священники потом в отдельный, зачитывают. Да, отдельный уже вот прямо здесь мы стоим и прочитаем все. Вот она, сама могилка святителя Луки Крымского. Святителя Луки недалеко от Свято-Троицкого женского монастыря.
это Свято-Троицкий женский монастырь в городе Симферополе. Здесь находятся мощи святителя Луки. Сейчас уже под вечер. Храм закрыт. Красивая территория Свято-Троицкого женского монастыря. Здесь также музей находится святителя Луки. Здесь есть, на нашем канале есть видео и статья. В музее хранятся личные вещи святителя Луки. В Крыму очень почитают святителя Луку. Готовятся основательно к празднику 11 июня. Вот он, сам музей, одноэтажное здание. А это крестильня. Отдельно построили. Здесь крестят в основном детей. Там отдельный как бассейн такой небольшой. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.